Теремок ТВ. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Замок. Ого! Здравствуйте, малыши. Привет. Здравствуйте. Вот замок делаю. А можно в нем поиграть? Играйте, конечно. Чур я принцесса. Да. А я буду. Ой. А замок-то полон опасностей, да, ежик? Я знаю, кем я буду. Не бегай. Не прыгай. Ёжик, ты чего? Не найдешь, не найдешь. Опасный сундук. Я не мешаю, я защищаю принцессу. Я рыцарь. Рыцарь? Здорово. Я тоже всегда защищаю девочек от опасности. А меня не надо защищать, я сама. Ну и ладно. Пандочка, что случилось? Кажется, я застряла. Что? Ёжик, ты настоящий рыцарь. Спасибо, ёжик. Пожалуйста. Ёжик, пандочка, может, вернете мебель в замок? Пандочка, я буду безопасной принцессой, обещаю. Теперь я совершенно спокоен. С таким рыцарем наша принцесса в безопасности. Безопасность дома. Крошек, это опасные. На плите стоит кастрюлька, а в кастрюльке буль-буль-буль. Булька-булька, булька-булька, кипяток. Удираем со всех ног. Кипяток всегда сердитый, ой, к нему не подходи ты. Есть на кухне мистер Нож, ты его дружок. Не трожь этот самый мистер Нож, на драконий клык похож. Он работник распрекрасный, но в руках твоих опасный. И еще должны все детки знать, что в доме есть розетки. Их не трогаем рукой, там живет ток-токыч злой. Если кто его тревожит, рассердиться токыч может. Так что даже дома-дома, где все вроде бы знакомо, надо твердо знать, друзья, что нам можно, что нельзя.
Появилось новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики, да! Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! По дороге. Здравствуйте, малыши! Привет! Здравствуйте! А мы сегодня на улицу не идем. Нам и дома хорошо. Нехорошо! Можно поиграть в улицу прямо здесь. Да, здесь! Здорово! Не надо на улицу! На улице ничего нельзя. Это асфальт, ага. Эй, малыши, зачем вам мой любимый шарф? Это же газон. Вот, машина на дороге, там ходить нельзя. Да, барашек, по проезжей части ходить нельзя, а по тротуару можно. Убегать нельзя. Нельзя, а гулять за ручку можно. Но через дорогу все равно нельзя. Пожалуйста. Ай да крошек. Иди, барашек, по пешеходному переходу и на зеленый свет можно. Давай рассказывай, что еще нельзя? Прыгать нельзя, по лужам вообще-вообще. И камешками тоже, кидаться нельзя. С собачками нельзя. Какой же ты молодец, барашек. Все правила знаешь. С чужими собаками и правда играть нельзя. Тут я с тобой согласен. А с остальными твоими нельзя. Можно что-нибудь придумать. Да, малыши? На площадке можно прыгать. А что будем делать с камешками, малыши? Камни кидать нельзя, ни за что! Кидать нельзя, а собирать можно! Вот видишь, барашек, даже камешки... Ой, а где барашек? Жду вас, жду! Идемте на улицу, дождик уже кончился! И правда, бегом гулять, малыши! Заодно и правила повторите. По дороге. Безопасность на улице. Идем на улицу, барашек. За ручку. За ручку. Мы пойдем на улицу, на улицу, на улицу. Будем вместе осень мы встречать. Буду умницей на улице не буду папу с мамой огорчать. Я по улице хожу, маму за руку держу. Я по улице хожу, папу за руку держу. Малыши, а вы знаете правила поведения на улице? Да! Ходить по улицам можно! Убегать от мамы нельзя! Переходить дорогу на красный свет нельзя! А на зеленый можно! Будем нарушать правила? Нет! Какие вы у меня молодцы! Да! Сколько много разного на улице прекрасного, и все спешат, 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 спешат. Но много разного на улице опасного, поэтому от мамы не на шаг. Я по улице хожу, маму за руку держу. Я по улице хожу, папу за руку держу. Дойдем до детской, до площадки. Тут у нас уже друзья, свои порядки. Тут у нас уже свои порядки. Ха-ха-ха!
проснулась, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Изобретатели. Так-так, кто это здесь у меня хозяйничает? Я! Мы! Здравствуйте, малыши! Здравствуйте! А что вы здесь делаете? Изобретаю. О, я тоже хочу! И я! Можно мы тоже будем изобретать? Конечно, можно! А я уже изобрел пеналку! Никак? Никак! Доставалка нужна! Ух ты! Хорошая доставалка! Это я сам придумал. Ну, малыши, настоящие изобретатели. А ежик что же? А у меня вот коробочка и дырочки. Как думаешь, для чего? Чтобы гудеть. Гудеть? Это как? Вот так. Что это у тебя? Гуделка. Нет, это гляделка. А если еще подумать? Держалка для моей пеналки. И для доставалок. Готова держалка. Да уж, держалка, что надо. Но кажется, чего-то не хватает. Еще одна дырочка. То-то и оно. Малыши, вы на пороге большого изобретения. Надо только найти, для чего эта дырочка. Я найду! Я! Вот! Для карандаша! Ой! Это же робот! 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 Пеналки – это ноги! Доставалки – это руки! Гуделка – это туловище! А голова – это голова! Верно, малыши! Руки, ноги, туловище и голова! Получился робот! А давайте изобретем ему леталку! И махалку! И бодалку! Ну, изобретатели! Хорошо у них головы работают. Схема тела. Палка! Палка! Огуречек! Получился человечек! Это ножки, ими топаем. Это ручки, ими хлопаем. Это глазки, ими мы глядим. Это зубки, ими мы едим. Вот такое наше тело. Удивительное дело. Вот такое наше тело. Ох, удивительное дело. Голова, лицо, волосы, шея, туловище, грудь, рука, плечо, ладонь, живот, пупок, нога, колено, пальцы, фу, а хвостик? А хвостика нет. А у меня есть. Это ножки, ими топаем. Это ручки, ими хлопаем. Это ушки, ими слушаем. А живот, в него мы кушаем. Ну а попа? Это попа. Попу тоже нужно знать. Попа, чтобы танцевать. Попа, чтобы танцевать. Ха-ха-ха!
Появилось новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Съешь меня? Здравствуйте, малыши! Привет! Здравствуйте! Ой! Куда едем дальше, малыши? Туда или туда? А давайте поедем обедать. Не хочу обедать. Опять макароны? Мы уже обедали. Вчера. Куда же тогда поехать? Может, в магазин? А что это магазин? Магазин – это такое полезное место, где можно купить всякие продукты. В магазин хочу! Да! А! Магазин! Станция «Магазин». Магазин! Ух ты! Угу. Можете найти здесь овощи для салата. Огурец. Помидор. Вот. Огурец, помидор и салат. Берем. О, морковка. Морковный суп на первое. Совсем неплохо, верно, малыши? Курица и рис на второе. Очень вкусно. Смотрите-ка, у нас тут целое меню на колесах. Меню? Меню – то, из чего получается обед. Нет! Не получается! Нюшенька, мы забыли десерт. Что же делать? Вкусное меню! Я груша, съешь меня! А когда у нас обед? И правда, когда? Сейчас! Поехали! Станция обед! Молодцы, малыши! И руки помыть не забыли. Приятного аппетита! Обед. Куда это вы идете, малыши? Скоро обед. Будем готовить! Мы с утра уже успели потрудиться, порезвиться, полениться. И теперь настало время, подкрепиться. Даже строгий привереда знает самых ранних лет. Где б ты не был, где б ты не был, важно, чтоб ты пообедал. Это главное обед. Это главное обед. Так, и что же у нас сегодня на обед? На первое – овощной суп. Называется «Мечта пандочки». Рыба и пюре! Во! Это на второе! И еще компот с ягодками от Нюшеньки на десерт! Даже шустрый непоседа знает самых ранних лет. Где б ты не был, где б ты не был, важно, чтоб ты пообедал. Это главное – обед. Где б ты не был, где б ты не был, важно, чтоб ты пообедал. Это главное – обед. Это главное – обед.